В природном заповеднике Мордовии продолжается тушение крупного лесного пожара. Огонь охватил 13 гектаров и сейчас уже перешел в Нижегородскую область. В Сарове объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в мордовском заповеднике. И сейчас на территории работают личные составы МЧС и Росгвардии, аварийные подразделения города и ядерного центра. В тушении пожара активно применяется авиация. Сброс воды осуществляют два вертолета Ми-8, самолет БЕ-200, два самолета Ил-76. Работы по тушению продолжаются.